И будет мне счастье. И будет мне счастье, да. Сейчас уже спешу на стрижку. Заросла я вся. Туман. Идет дождик. А я иду с зонтиком. Всем привет. Всем привет. И тебе привет. Кто смотрит мое видео, я вас всех люблю. Всем доброе утро, девочки мои. Начинаю новый влог. И чего я сегодня такая красивая с утра, вы можете меня спросить. Я сняла сейчас только что для вас видео Grand Stock. Много у меня обновочек новеньких, хороших вещей, два костюма замечательных. Вот, и, собственно говоря, поэтому я такая накрашенная. Но пока у меня там видео это грузится, загружается. Я сейчас хочу умыться, уже глаза болят, и хочется их протереть. Я говорила вам, да, что косметика долго у меня не держится. Вот. Кстати, волосы уже отросли, заросла. Записалась я завтра на стрижку. И, в общем, эту стрижку в этом же влоге вы и увидите у меня. Так, а сейчас я хочу протестировать. У меня непротестированная мицеллярная вода, вот такая гипоаллергенная, уход. И я вот этой мицеллярной водичкой сейчас смою макияж. И потом, вот я обещала вам, это пенка для умывания Global Oxygen. Я ее взяла, еще не тестила, да. Ну и в итоге я потом завершу все это бустер, тоже Global Oxygen. Бустер мы уже с вами тестировали. Так, ну что, давайте волосики тогда соберем. Ой, быстро что-то отросли волосы у меня в этот раз. Я не знаю, полтора месяца прошло. Уже смотрю, все заросло. Все у меня уже висит. Шапка такая вот на голове. Так, ну что, давайте тогда мицеллярной водой я сначала удаляю с глаз тушь и гипоаллергенная. Посмотрим, она должна быть вроде бы как и не щипать совсем. Пахнет хорошо. Ну, нормально так пахнет. Ну-ка. Не стерла еще. Глаза не щипят хорошо. Хорошо. Для чувствительной кожи она у меня как раз-таки чувствительная. Девочки, у меня клацает вытяжка, потому что на улице очень сильный ветер у нас сейчас. Там мороз хоть небольшой, но ветер прям очень сильный. Ночью клацала, я сегодня прям опять-таки рано проснулась из-за этого клацания. Так что никуда от него не деться. От сверления и от ветра мы никуда деться не можем просто. Так, ладно, вроде бы все. Ну, давайте распакуем коробочку, посмотрим, что же у нас там такое. Пенку наносить написано на влажную кожу. Ну, она мне сейчас как раз-таки влажная после мицеллярной воды. Вот такая вот пеночка, смотрите, какая. Global Oxygen, это значит прямо кислород кислородный. Глобальный кислород. Такая нежная пенка хорошая. Все. Нанесли. Хорошенечко. Сейчас пойду умоюсь и бустер нанесу. И будет мне счастье. И будет мне счастье, да. Такая приятная пенка, что даже хочется ее оставить на лице. Приятная. Все, пошла, девочки, смывать. Так, ну все. Девочки, я умылась. Такая приятная пенка. Прям мне очень понравилась. Классная. Ну, теперь бустер нанесем. И все, лицо будет довольна. Так, мы его наносим, потом еще его так похлопать надо его.
Вот так. Нужно на шею еще нанести. Везде. Все. Ой, какое счастье, девочки, когда умоешься. Я сейчас пока умывалась, я вот думала о том, что когда-то по молодости я носила вот такую, столько косметики на себе, на глазах, вообще везде. И я могла с ней спать, или сутками ходить, я не знаю, там подправила утром, пошла на работу. Хорошо себя чувствовала. В косметике глаза никак не болели, не беспокоились. Но это вот с возрастом, видите, вот так вот приходит. Потом раз, и уже все, глаза уже не терпят. Все, уход сделали прекрасный. Гигиеническое намажу. Такая бальзамчик. Создает объем. Блестит хорошо. Все, теперь я счастлива. Я довольна. Сейчас мое видео там пройдет обработку. И сяду монтировать. Потом уже вернусь к вам, мои дорогие. Так, надо же снять. Красоту надо навести. Вот сегодня голову укладывала. Мыла голову, укладывала волосы. И уже не поймешь, что на голове. Все. Ну, вроде ничего так. Нормальная тетка. В новой сегодня туничке уже. Нежно-розовый цвет. Прекрасно. Все. Попозже вернусь к вам. Девочки, сварила я вчера соус с индейкой. Такой вкусный, такой нежный. Мясо нежное. Готовила в мультиварке. Ну и диетический, вкусный. Так что приготовьте, если не знаете, что приготовить. В мультиварке готовится все очень быстро. Все, пора пообедать мне уже. Проголодалась. Фух, девочки, заработалась я сегодня. Только сейчас освободилась. Я проснулась в 6 утра. И сразу давай купаться, приводить себя в порядок, снимать грандсток, монтировать видео. И вот уже 6:30 вечера я только загрузила видео, освободилась только что. И в магазин не пошла. И все-таки хорошо, что придумали доставку на дом. Заказала я себе доставку с Пятерочки продуктов. И вот уже моя доставочка, уже заказик мой в пути. Уже жду не дождусь, что там вкусненького мне сейчас принесут. Я вам покажу обязательно. Вот такой пакет еще здоровый принесли. Все туда поместилось даже как-то странно. Но сейчас я все это разгребу и вам покажу, что я взяла. Ну что, взяла я грудинку парижскую вот такую. Вот она мне нравится. Хорошенькая. Взяла вязанку докторскую. Сыр царицынский. Сметанку 15%. Активию взяла. Вот это лопнула дырка. Вот надо ее съесть сейчас. Одну такую взяла. Красная цена, яйца сорт первый взяла. Селяночка, растительное масло. Взяла вот такую клетчатку. Сибирская клетчатка. Сейчас мы ее рассмотрим поближе. Мюсли, который мне нравится, запеченный с орешками. Взяла овсяночку у меня тоже. Вот это все позакончилось. Вообще кошмар. Аютинский батончик. Взяла мороженое, одно такое. Ну и еще я взяла молоко 1,5%, 2 килограмма картошки. Так вроде бы ничего, вроде бы неплохая картошка. Помидорчики, один огурчик, зелень ассорти. Взяла, девочки, 300 грамм яблоки голден, 300 грамм яблоки красные. Надо было мне, наверное, их больше взять. Но в прошлый раз мне по 2 штуки принесли, в этот раз по одному. Ну ладно, пока хватит, потом уже прикуплю. Ну, в общем, все нормально, слава богу, никуда не ходила. Продукты есть, есть что покушать сегодня. Так что я сейчас что-нибудь тут выберу, что-нибудь съем. И буду отдыхать уже. На сегодня хватит с меня суеты. Я знаю, что моя дочка клетчатку искала в последнее время и не могла ее найти. Ну вот видите, я выбирала доставку с Пятерочки и увидела там клетчатку, решила взять. В общем, что здесь интересного такого? Витаминная поляна. То есть вот эти разные фрукты сушеные, все это без сахара, пищевые волокна, да?
Так, состав. Оболочка пшеничного зерна, яблоко, плоды сушеные, клюква, ягода сушеная, черника, ягода сушеная, брусника, ягода сушеная. Что там еще? Шиповник, плоды сушеные. В общем, хороший такой составчик, прямо классный. Так, употреблять продукт 1-2 столовые ложки со стаканом жидкости 1-3 раза в день. Удобно смешивать с кефиром, йогуртом, густым соком. Подходит для ежедневного приема. Вот, в общем, восполняет недостаток пищевых волокон. Ну, я видео смотрела, которое дочка сняла, и вот она что там рассказывала, что это очень полезно, очень очищает кишечник и так далее. Ну, значит, я вот сейчас ей позвоню, скажу, что есть там такое дело. И вот тоже хочу попробовать такую вот полезную штуку. Всем доброе утро, девочки мои. Я, правда, проснулась рано, потом опять легла, еще поспала. В общем, сейчас уже спешу. Уже спешу на стрижку. Заросла я вся. А на улице у нас пасмурно, у нас туман, слякотно. Ну, немножко на плюс, там температура до 5 в плюсе. И дождик. Короче, беру зонтик. Одеваю такую вот черные брюки. Новые хотела одеть, коричневые. Ну, чтобы не заляпать, думаю, ладно, черные уже одену. Вот, и все. Надо еще несколько мест забежать успеть. И на стрижку. В общем, пойдемте, да, стрижься, девочки. Девочки, у нас такая погода. Снег у нас лежал 2 дня. Был мороз. Сейчас плюсовая температура. Туман. И идет дождик. А я иду с зонтиком. В общем, короче, на улице снимать не камильфо. А на выходные у нас будут морозы и снег. Не знаю. Не знаю, гололед, наверное, будет. Ну все, сейчас надо зайти в одно место, в аптечку надо зайти, а потом прыгну в автобус и скорее-скорее на стрижечку пойду. Вот такой снег уже подрастаял. Все, девочки, я села в автобус и еду на стрижку. Удачно забежала туда-сюда, нигде никакой очереди, быстро сделала все свои дела. Так, ну все, мои хорошие, я подстриглась, все окей, все классно. Сейчас шапку одену, домой приду, и будет уже не окей. Так что вот так. Что у меня там сзади? Видно сзади, что? Вот. Сзади коротко сделала, чтобы мне там ничего уже не мешалось. Все, домой. Все, девочки, пришла я домой, зашла в магазин, взяла мясо. Свинина, говядина, творог взяла, запеканочку хочу, а мясо на фарш, вот квашеную капусту, вот это мне нравится, взяла. Взяла попробовать вот этот вот сок морковный, не знаю, с мякотью. Я знаю, что морковный сок надо пить со сливками. Взяла маленькую такую сливочек. Вот этот сок мне очень понравился, такой вкусный, вообще классный. Ну вот я детский сок пью. Девочки, я такую вкуснятину взяла. Вот она, я даже мне дали попробовать в магазине. Вкусная, обалдеть. Прям сейчас хочу съесть. Взяла лаваш. Кое-что я хочу сделать с лавашом. Ну и прикупила еще яблочек красных. Немножко картошки взяла. И взяла еще зелень. Буду готовить. Девочки, я вот этот рулет вам решила поближе показать. Он такой вкусный, пахнет вообще классно. Это вот свиная шейка, кажется, или что-то такое. В
общем, короче, 499 рублей стоит она в магазине мясном «Донские традиции». Если кто живет тут рядом, можете взять попробовать. Ну что, девочки, топаю в детский садик я за внучкой. Пока еще не стемнело. Сейчас я ее заберу. И что мы будем делать дома? Я не знаю еще. Что-нибудь придумаем. Как-то вечер надо будет скоротать. Ну все. Ветер немножко утих. И это уже радует. Это уже хорошо. Ну все. Я за Настей уже пришла в садик. Ну, в садик заходить нельзя. Вот. Уже там сказали, что подевалась. И дети одеваются и выводят детей. В помещение никто не заходит, родители. Вот меня радует то, что сейчас уже светло. Я когда последний раз за ней в садик ходила, было темно. А сейчас уже, вот видите, день прибавляется. И это радует. Это просто очень радует. Ой, сейчас прям тихо, не шелохнется ни веточка, ничего. Такая тишина на улице. Обожаю, когда вот нету ветра. Просто классно. Ну вот и Настюля ко мне в гости пришла. Так, Настюля рисовала. Теперь она взяла пластилин. Решила... Чтобы сделать собачку. Собачку будет делать. Молодец. Поздоровайся с моими подписчиками. Всем привет. Всем привет. И тебе привет. Кто смотрит мое видео... Я всех люблю. Она всех любит. Ну, хорошо. Так, Настюля пока тут занимается своими делами. Я пойду. Когда я сделаю, тогда вам покажу. Хорошо. Пока Настя делает, я пойду, мясо надо перемолоть мне. Это моя собачка. Она будет называться Мила. Собачка Мила? Да. Ну, хорошенькая какая. Ну, ты молодец, смотри. И ушки, и хвостик. Ой, а что-то у нее ног много. Нет, ну подожди, сейчас посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну что, как? Ну, просто у кошки же, ну, получается у меня так. А еще четыре. А ты вот посередине убери здесь ножку и здесь ножку. И будет правильно все будет. Две впереди, две сзади будут лапки. Вот, теперь видишь, как здорово. Теперь все правильно. Раз, то есть это сейчас немножко переделаем. Вот это, подожди, я придумала. Ну, молодец, молодец. Все, давай, я тебе сейчас сока налью, печенье дам, перекусишь. Давай я вот это, может, что-нибудь еще слеплю? Слепишь еще, да, давай сейчас. Я вот так вот положу. Хорошо. Вкусный супчик. Соус Настя тоже захотела. Я решила поесть соус. Да, Настя у нас, да, сначала сок с печеньем, а потом соус, да? Нормально кушаем. И я тоже села поесть. Вот так вот. Мясо перемолола, все, молодец. Девочки, решила я попробовать клетчатку. Короче говоря, налила я вот здесь, ну, примерно 200 грамм сока. Сок с мякотью, вот этот вот. Вкусный, кстати говоря. И положила столовую ложку вот этой вот клетчатки. Ну, думаю, какая она там на вкус. Ничего, вполне даже ничего, так приличненько. Так что сейчас выпью и все. В общем, посмотрим, выпью и посмотрим, что там будет, какая реакция, организм будет реагировать или спокойно все будет нормально. Посмотрим. Всем привет! Вы на канале. Ты уже здоровалась со всеми. Девочки, мы поели соус. Внучка съела весь соус, да, Настюля? Почти морковку. Морковку не поела, а так все съела. Молодец. Так что ребенок у нас сытый, не голодный. Налепилась. Уже не хочешь, да, будешь лепить? Ну, сейчас сок пойдет. Сок допьет сейчас. Печенька будешь еще? Не хочешь больше? Печенье я не убираю, ешь сколько хочешь. Нет. Пока не хочу. Ладно. Ну, потом. Я перемолола фарш. Сейчас надо немножечко фарша сыну отложить. Пускай там сделают котлетки или макароны по-флотски. Сейчас они оба с работы придут. Да, и мама, и папа голодные, чтобы быстро им там что-нибудь приготовить. Я не знаю, что они с фарша захотят, но фарш я смолола уже там свининка, говядинка, с луком вместе уже все. Осталось только посолить, поперчить и все. Да, моя красота. О, коса уже какая у нас большая. Да?
Прическа у меня, девочки, ну, а она мне пока что еще не, вот не это. Я завтра, когда голову помою, уже по-своему уложу, она будет лежать так, как мне надо. А сейчас не обращайте внимания, подстрижена хорошо, но не уложена, по-моему. По-моему, не уложена. Не по-моему, вернее, уложена. Уложена, но не по-моему. Да? Сережки, да. Вот, ну все, ждем уже, скоро уже подъедут мама с папой, Настю заберут. Да. Да. И все. Да? Так что можешь попрощаться с моими девочками. Всем пока-пока. Сейчас Настюля будет потихонечку уже одеваться, уже скоро будут, приедут уже родители. Все, пока. Я нарисовала бабушка, где она там молодая. О, вот. Настя нарисовала меня. Обалдеть. И написала, что ты написала? Мама крутое. Мама крутое. Крутая ты хотела написать, да? Да. Мама крутое. Мама крутое. Мама крутое дело. И звездочки. Ну, молодец, я у тебя красивая такая получилась. Прям. Я написала маму, потому что это же мама моего папы. Ну вот и все, девочки мои. Все, Настюшу забрали, родители пришли. И я решила отдыхать. Включила свет. Вот когда подсветки нету, у меня просто какое-то ужасное лицо. Так, ну что у меня с прической? Я вам все не показываю. В общем, все нормально, но только завтра мне надо голову помыть и уложить по-своему. Потому что как она укладывает, я говорю, как так получается, что мне не нравится? Она говорит, ну потому что я вытягиваю так, чтобы мне удобно было филировать. А ты, говорит, укладываешься по-другому уже. А по-другому укладываюсь, да. Тут у меня сейчас как нет вот этой шапочки. Ну, короче говоря, все. Оно еще через недельку отрастет и будет уже все супер-пуперски. Вот. Короче, моталась я сегодня целый день с утра. Вот это как поехала я и зашла туда-сюда, потом на стрижку. Со стрижки зашла в магазин, набрала продуктов. Ну, думаешь, надо готовить, может, что-то там подсниму, что-нибудь такие у меня задумки есть, кое-что приготовить новенькое. Вот. Потом мне позвонили, завтра у меня непредвиденные дела кое-какие. И, в общем, я давай вечером быстрее-быстрее перемолоть мясо, чтобы убрать уже его в морозилку. Я думала завтра с утра уже заняться готовкой. Ну, в общем, перемолола быстро. Хорошо, что вот это вот не механическая, как электрическая мясорубка. 10 минут, все готово. Вот, так что фарш у меня есть теперь. Теперь было бы время приготовить. Ну, посмотрим, что будет завтра. Завтра уже, если я смогу, я уже тогда начну завтра новое видео. Вот. Ну, и готовка вся туда пойдет. И все остальное туда пойдет. Вот. Так что, девочки, я это видео хочу сегодня закончить. Не знаю, что я там наснимала. Снимала все как-то на ходу, все как-то какими-то урывками, кусочками, все по чуть-чуть. В итоге не знаю, что там наснимала, что получилось, и по времени даже не знаю. Кажется, снимала много, но настолько все по чуть-чуть снимала, что в итоге, может быть, даже видео коротким будет. Понятия не имею, в общем, каким оно будет. Вот, ну и все. А сейчас пора отдыхать, уже время 9 часов, начало 10-го, пора отдыхать. Завтра мне рано надо вставать и ехать по делам. Ну, о моих делах вы узнаете как-нибудь в другой раз. Я вам потом расскажу. Ну все, мои хорошие, я с вами прощаюсь. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. И до новых встреч. Пока-пока.